Андрей Яркаев, полковник юстиции, искренне убежден, что самый главный навык, который он приобрел за годы службы, это навык работы с людьми, умение понимать человека, подобрать ключик к нему. Эти ключики всегда разные, но именно они главные. Все остальное – частности. Полковник юстиции Андрей Яркаев. Чекист, который может понять. Бывших чекистов не бывает. Смотрите программу «Тайны спецслужб» 14 ноября на телеканале «Самара ДИС».